Всем привет, дорогие друзья! Привет всем! Сегодня 9 ноября, и мы с Айханом идем на рынок, и я вам покажу цены на рынке, и что же у нас продается в ноябре на рынке, какие фрукты, овощи и почем. Поэтому приглашаем вас вместе с нами. И? Что будешь покупать? Что будешь покупать? Банан. Клубника? Нет. Картошка? Картошка. Салат. Салат. Яблоко. Эльма. Груша. Семечки. Семечки? Ну, конечно, семечки. Ладно, пошли. Что у нас, друзья, в ноябре на рынке? Есть узюм. Узюм по-турецки стоит 7 лир. Узюм – это виноград. Есть у нас сливы. Появилась айва. Вот такая вот классная, большая. Кстати, айва – очень вкусный, полезный фрукт. 2 лиры. Есть груши по 2 лиры и яблоки. Небольшие такие, мелкие яблочки. Вот такую вот капусту 3 лиры. Капуста 3 лиры, а такая по 2,50. И еще рокколо. Рокколо по лире. Вот такая вот рокколо. Есть еще петрушка. Укроп, петрушка тоже по лире. Мы всегда для салата берем вот такую вот рукколу и капусту. Бананы тоже по 5 лир. Мы тоже всегда покупаем бананы и каждый день утром кушаем бананы. Решили взять вот такую ветку бананов. Насколько она у нас зависит? Бананчики наши зависели на 11 лир. Вот такая вот огромная ветка. Пошли клубнику покупать. Продается также здесь клубника. И, друзья, началась хурма. 5 килограмм. Вот такая крупная клубничка стоит 20, а мелкая клубника стоит 10. И вкуснейшая хурма. Ее мы тоже возьмем. Насколько она зависит? 1,5 килограмма. Бирбучук кило, дыльме? 8 лир. 1,5 килограмма, 8 лир у нас зависело. Картошка стоит 2,5 лиры, и обычно на рынке мы покупаем мелкую картошку, она стоит дешевле, чем крупная, но на самом деле мелкая картошка вкуснее. Местные обычно покупают крупную, а мы, как всегда, берем вот такую вот молоденькую и маленькую. Лук стоит 4 лиры, вот такой вот крупный лук, и мелкий лук 3 лиры. Здесь, в этой стороне рынка, да, друзья, мы на пятничном рынке. Здесь продаются у нас лимоны и мандарины. Мандарины по 3 лиры. Здесь у нас обычно морковь. Очень много народу под конец вечера, под конец дня. Здесь огурцы по 2 лиры. Помидоры Айхан говорит не брать, потому что сезон помидор закончился, но возьмем вот такие вот огурцы. Кабачки стоят 2,50, фасоль 5 лир, красный перец 6 лир и зеленый 4. Здесь продается сок. Некоторые спрашивали, сколько он стоит. Продается сок по 1 доллару. 5 лир стоит вот такой вот сок гранатовый, можно купить, грейпфруктовый и с мандарином. Вот из такой вот красивой тыквы делают сладость. Ее режут вот так вот кусочками и потом пропитывают сахаром. Кто пробовал, кто любит, пишите в комментариях, если вы любите. Здрасте. Здесь у нас продается кукуруза. 7 штук. Стоит 5 лир. Мы любим ее покупать и варить, кстати. Что это такое? А, это лимоны. Написано, что они очень сочные. Также груши 3 лиры, яблоки 3 лиры. Вот эти яблочки нужно будет купить. Хурма 3 лиры. Мы взяли по 5. Баклажаны по 3 лиры. Картофель. И красный лук и обычный белый лук.
Сейчас наступает зима скоро, и поэтому, конечно же, персиков, абрикосов и других летних фруктов нет, но, как вы видите, появилась айва, хурма, апельсины скоро пойдут, мы будем пить апельсиновый свежевыжатый сок. Ну а так на рынке, в принципе, стандартный набор. Редька. Мирова. Здесь продаются различные сухофрукты, приправы, лукум. Вот такой вот чай мы тоже любим покупать. Мирова. 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 Здесь продаются тоже различные сухофрукты. Что такое? Что? Камера. Камера. По-русски понимаете? Чуть-чуть? Что знаете? Попробуй можно. Что это? Это манго. А? Манго. 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 Дали попробовать манго. Сейчас попробуем, вкусное или нет. Вкусное. Здесь, кстати, помимо орехов мы всегда покупаем вот такие вот семечки. Сейчас Айхан придет, он пошел относить на мопед. Вот эти семечки обязательно мы купим. 12 лир или 20-20 лир килограмм таких семечек. А сейчас мы пришли в сторону, где продают различные сыры. И Айхан у нас знает немножко. Айхан, сэнджи ханги пенир лага гизель, сэн ханги северсон. А? Покажем. Вот этот похож на карс, карс пенни. Я кошар, эски кошар. В общем, очень много разных видов. Пока Айхан выбирает, я вам покажу. А, здесь есть сыр из Афьона. Деревенский сыр из Афьона. 16 лир килограмм. Из Эльмалы 18 лир. Из Вана вот такой вот интересный сыр 20 лир стоит. Ну и, конечно же, друзья, если вы не пробовали вот такой вот сыр в шкуре, который выдерживают, я вам раньше его показывала, он очень специфический, я не люблю. Но если кто-то из вас любит, пишите в комментариях. Хан сам были пенир севермусон? Любишь? Нет. Айхан говорит, что этот сыр вкусно на завтрак кушать. Если вы никогда не пробовали этот сыр в шкуре, приезжая в Турцию, обязательно его уже здесь попробуйте. Продают различные виды оливок. 25 лир, 19, крупные, черные. Вот продают такие вот для сармы виноградные листья. И есть еще натуральная томатная паста. Горький перчик вот такой вот соленый. И томатная паста, она вся разная, вся с какими-то разными добавками. Ну и, конечно же, оливки мои самые любимые, вот такие большие зеленые. А вы какие любите, тоже напишите в комментариях. Айхан, например, любит вот такие большие черные. Айхан, ценханги зитин сверус? Бюксей? Нет? А, поменьше. А вот такие вот черные оливки. Ну и, конечно же, здесь продаются различные приправы. Вот эта вот приправа сумак, ее добавляют в салаты. И с луком ее очень вкусно кушать. Здесь также продается красный перец. И вот эта вот мята, друзья, запах просто невероятный. Есть еще халва. Ну и, конечно же, пекмес и различные соусы, тахин, соусы и оливковое масло. Айхан покупает вот такие вот большие. Я люблю это. Большие оливки. Также есть у них масло. Вот это без соли. Есть немного соленое и очень соленое. Айхан пробует. Вкусно? Вкусно? Мы решили взять, попробовать маме 200 грамм. А потом, если ей понравится, то... То кушаем больше. Айхан, когда разговаривает с продавцами, они ему дают пробовать масло, сыр, мед. И сейчас ему говорят, если вы понимаете в меде, то
попробуйте айхан. Говорит, я понимаю в меде. Насколько много айхан понимает в меде, в сыре и масле, настолько же много я вообще не понимаю. Ну, потому что они выросли на всем натуральном, а мы все покупали всегда в магазине. Поэтому в следующий раз у этих ребят мы обязательно купим и попробуем мед и расскажем вам, вкусный он был или нет. А самое главное, качественный или нет. Вот то масло нам вышло всего в 15 лет. Также здесь продают оливки. Их можно купить и засолить самим. Есть, видите, зелененькие. Они вот такие вот более крупные, а есть чуть помельче. Можно купить и самим засолить. Вот такая вот крупная. Это не оливка почему-то. Вот такие вот. Также есть оливки. Авокадо. Вот эти вот мы всегда берем самые спелые. Купили за 2,5 лины, и сразу их можно кушать. Чуть дороже, они они жесткие, и они должны еще полежать, чтобы поспеть. Поэтому мы всегда берем сразу спелые. Помидорчики черри по 6 лир, они небольшие. Вот такие вот красивые помидорчики. Мы тоже их всегда покупаем. А вот здесь продают всякие разные орехи. И, например, вот такие вот леблеби. Очень популярные, вкусные. Abi keseki adını okuyabilir misin sana? Evet abi, özür dilerim. Tamam. Onun için de böyle. Ben bunu 270 diyor. Kurbete girmiyor diyor bunu. Senin dediğin gibi yaptım. Tamam, teşekkür ederim. Ne dedi? 270 kaç lira? Senin indirimle yaptım. Tamam, 5 lira aldım. 5 lira aldım. Adam aciz aldım. Все, Айхан забрал последний семечек. Ачизландырмай. Тузуле караштырайым мы? 400 грамм на тузу кассам олур? Олур. Без соли больше не осталось. 20 лир килограмм. И мы их решили помешать с солеными. Evet, efendim. Bir kilomuz hazır. Başka efendim? Мы уже все закупили. Нам остались яблоки и груши. Сейчас идем покупать. Друзья, 9 ноября. Погода просто потрясающая, не жарко, не холодно, супер. Вот я даже в джинсовой куртке, и мне достаточно, ну так, да не жарко, но можно свободно ходить в рубашке. В общем, идем покупать яблоки и груши, и наш шопинг на рынке закончен. Напоследок мы решили купить яблок, в общем, ходили по рынку, но в итоге нашли вот такие вот яблоки по 3 лиры. Вау! Одно упало. Короче, да, имела бы. Ага. В общем, можно смешать зелененькие и красненькие. Есть вот такая груша, а есть вот такая груша плоская. Вы какую любите? Мы любим больше вот такую вот плоскую. Я там буду ходить. Вот такая вот плоская груша. Стоит килограмм 3 лиры. Все, друзья, мы закупились. Еще куча всего у нас на мопеде. В общем, два раза двойной заход у нас был. Надеюсь, вам понравилось это видео. Конечно же, приезжайте в Аланию. Круглый год у нас свежие фрукты и овощи. Пишите в комментариях, что вы любите, а также, что хотите увидеть в следующих видео. На сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока. Семечки. Пока-пока.